Это я, Ива. И это мать. Я выросла в бункере под землей. Земля была больной и без нас требовала времени на восстановление. Теперь, после лет тренировок, я, наконец, готова встречать людей. Не имею данных по зонам ограниченного доступа. Меня кто-то ищет? Шахта в вентиляции ведет на поверхность. Уф. Это человек. Ладно, кто-то просто слишком выпил. Людей давно не видели. Если здесь земля, то что произошло? И где все? Хочу знать, что случилось с людьми. Слабый должен быть осторожным. Возможно, поэтому ты последний. Если я одна, что если я единственная? О, Ива, ты не одна. Кто-то там хочет, чтобы я их нашла. Пора подниматься.